Вы точно адвокат? Да, конечно, конечно, не переживайте, все будет нормально. Слушаю вас внимательно. Мне нужно срочно отдать под суд моего мужа. Святое дело. Хорошо, а на каком основании? На веском. Мой муж недобросовестный заемщик. Ага, то есть взял кредит и не отдает. Пс! И даже не думает. Хорошо, ну тогда давайте уточним вид взятого кредита. Это был автокредит? Кредит на неотложные нужды? Ипотечный? Вот этот последний. А, ипотечный. Да, ипотечный. На мои неотложные нужды. Ну, вы знаете, не совсем правильно. Не ипотечный, а ипотечный. Ипотека – это кредит на недвижимость. Не надо мне вот это. Здесь все правильно. Дело в том, что у моего мужа абсолютная недвижимость. И он взял у меня кредит. Подождите, он взял кредит на лечение, что ли? Да не на лечение, он взял у меня кредит доверия. Обещал, что как только встанет на ноги, то через недельку-другую погасит весь супружеский долг с процентами. Ага. И не погасил? Нет! Просрочил, гад! Понятно. За 5 месяцев и одного платежа. Я бы так, знаете, вот как женщина, как любящая женщина, ему нежно так говорю. Все же ж ты, паразит, кинь мне хоть парочку процентов. Ничего. Угу. Скажите, а может быть у вашего мужа есть кто-нибудь? Кто? Нет, я имею в виду, может, есть какой-то поручитель? Может, есть какой-нибудь друг, который согласился бы погасить весь долг вместо него? Был один поручитель, симпатичный. Угу. Поручился раза 3 или 7, совсем чуть-чуть. Потом заявляет мне, я больше просто так поручаться не могу. Мне нужны дополнительные финансовые вливания. А ему, знаете, как женщина, нежно так любящая женщина, ему говорю, ты же, говорю, сволочь, какие тебе еще дополнительные вливания? Я тебе сапоги зимние купила, купила. Трусы импортные, неделька турецкая, купила, купила. Кстати, его тоже под суд можно отдать? За что? За то, что недопоручился. Вот, попробуем. Давайте мы с вашим мужем закончим, да? Скажите, вот это вот так называемая недвижимость, о которой идет речь. Ипотечная. Вот это, хорошо, пусть будет так. Вот эта вот недвижимость, она на кого оформлена? Тут же и дело, если бы она была оформлена на меня, я бы уже ей давно такой евроремонт устроила с подогревом и джакузями. Ага, то есть оформлена на мужа. Да, так дело в том, что он с ней ни на минуту не расстается. Можно сказать, он с ней сросся. Ну ничего страшного, можем попробовать отсудить ее в вашу пользу. Что вы говорите? Иго-го, да. Кусики, кусики. Скажите, вы ее во сколько приблизительно оцениваете? Да что там оценивать? Обычно малогабаритная недвижимость. Причем постоянно на первом этаже. Без лифта. Это не важно. Не скажите, не важно. Нет, я имею в виду, что это сейчас недвижимость упала, но ведь она в любой момент может подняться. Вау, как интересно поподробнее. Да, и вот как только судебное решение вступит в законную силу, эта недвижимость перейдет в ваше полное распоряжение. Вы сможете ей распоряжаться в любое время для личных нужд, а также будете иметь право сдавать ее в аренду как частным лицам, так и организациям. Да, если поднимется очень высоко, рекомендую продать. Не надо мне вот это. Оставьте, пожалуйста, свои рекомендации при себе. Если высоко поднимется, то какая же дура такое отдаст? Как частным лицам, так и организациям. Нет, я лучше для личных нужд. Да, подождите, но он же ее просто так не отдаст. А если не отдаст добровольно, придут судебные приставы, все опишут, наложат арест и отторгнут в принудительном порядке. Есть все-таки правда на свете. Какой хороший закон. Слышите, мужики, если что, опишем, арестуем и отторгнем в принудительном порядке.
Будете знать, как кредиты доверия не отдавать и женщинам супружеский долг не погашать. Закон есть закон. Кстати, мэтр, да. А пока мы еще не отсудили, может быть, вы немножко попоручаетесь за него, а? В каком смысле? В прямом обратите внимание на мою бивалютную корзину. Ай-не-не-не, ай-не-не. Да, дамочка. Ай-не-не-не, ты, конечно, да, секунду.